Снежана Снежок. И сегодня у нас челлендж Bean Boozle. Ну давай открывай уже. Bean Boozle — это такие конфетки. Есть несколько конфет одинакового цвета, но с разным вкусом. Одна из них вкусная, а одна из них не очень. Ну что, начнем? Например, вот белая. Скисшее молоко или кокос. Или голубая. Зубная паста или голубика. Фу, тут даже сопли есть. Фу. Здесь есть такая рулетка, которую мы будем крутить и смотреть. Можно я скажу? Здесь есть рулетка, которую мы будем крутить и смотреть, какая нам конфетка попадется. Не знаю, какая мне конфета попадется. А вдруг мне какой-то корм попадется, собачий. А мне блевотина. Я не хочу собачий корм, я не хочу пудинг. Я не хочу блевотину. А я как-то подумала, что ты хочешь блевотину съесть. Ну что, начнем? Давай на Юзефа. Юзефа, 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 Юзефа. Ха-ха, ты первая крутишь. Итак, здесь лайм или скошенная трава? Ну что, вот лайм или скошенная трава? Давай, это зеленая, да? Нет. Это зеленая, да? Ой, по запаху ничем не пахнет. По запаху нельзя различить. Вкусновато, но маловато. Вкусная трава. Или? Да, вкусная. Оно у меня. Еще раз. Или вкусная трава. У нас скошенная трава. Кстати, скошенная трава была вкусная, но лучше. Она такая так сладенькая. Да. Она немного безвкусная, немного сладкая. Да. Ну, в конфете она вкусная. Ну, давай, я кручу. Что там? О, нет. Где у меня выпало? Вот здесь вот. На попкорн? Да. Или попкорн, или... Сыр с плесенью. Это какой? Это сыр с плесенью или какой? Это вот это. Какой? Нет, это? Нет, вот это вот. Нет. Да? Вот. Вот вижу. Вот. Так, раз, два, три. Я сначала тоже подумала, что у меня был сыр с плесенью, потом прожевала, но такой сыр не стало. Да, все, я прошла. Это был попкорн. Подожди. Так расскажи, типа на какой вкус был похож? Ну, невкусный. Ну, еще впереди собачий корм. И блевотина. Шоколадный пудинг! И собачий корм. Вот это я уже не хочу. Вот. Это шоколадный пудинг или собачий корм. Он коричневого цвета. Ну что, значит, три. Раз, два, три. Вкусновато. Шоколадный пудинг! Но маловато. У меня тоже шоколадный пудинг, ура! А ну, шоколадный? Не, у меня шоколадный. Да. На шоколадный пудинг. Кстати, похоже на собачку. Нет. Наконец-то шоколадный пудинг. Я думала, мне корм попадет. Я тоже. Ты кто кутишь? Я не кучу, я кручу. Так. Ой. Что сейчас? Белая. Подожди, стой. Белый. Или протухшее молоко, или кокос. Или кокос. Бери белую. Раз. Вот беленькая. Какой?
Тазик. Раз. Вкусновато, но маловато. Фу! Фу, протухшее молоко! Оно как... Нет. Оно как корм. Фу! Я не могу. Реально как корм какой-то. Что там? Бургер. 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 А бургер это что? У нас попалось. Сопли. Бургер. Сопли. Сопли. У нас попалось зеленое с черными. Подожди. У нас попалось зеленое с черными точечками. Вот вот это. Это козявка. Козюля. Сопли или грушевый сок. Какой грушевый? Сочная груша. Ладно. Сочная груша. Ну, давай. Пусть будет сочная груша. Раз, два, три. Вкусновато, но маловато. Так я кручу. Подожди. Давай сюда на середину положим. Там сейчас бегает. Подожди, как это? Синенькая. Нет, зеленая. Господи. А, нет, все-таки синяя. Так, это у нас... Подожди, синенькая. Это у нас зубная паста или... Черника. Да. Черника. Раз, два, три. Ура! У меня зубная паста. У меня тоже. Блин, она мягкая, да. Она так печет. Нет, она вкусная. У тебя зубная паста или? Да, у меня зубная паста. У тебя зубная паста. А у тебя? Нет. Я не слышу. Ну, зубная паста тоже вкусная. Ты крути. Мне как-то страшно крутить. Что там еще не выпадало? Вот это и вот это? Да. У нас сумка. Или шоколадный пудинг, или собачий корм. Или пудинг, или корм. Ох, не хочу шоколадный. Ой, хочу шоколадный пудинг. Вкусновато. Фу! Она у нас такая розовая.
Розово-цветная. Да. Ну что, берем? Раз, два, три. Вкусновато. Тутти-фрутти! Тутти-фрутти, тутти-фрутти! Можно еще одну съесть? Можно еще одну съесть? Он как жвачка! Во рту она как жвачка! Вся она оранжевая и с красной точкой. Вкусновато, но маловато. Ешь, мне везет! Лера, как я попалась? Блевотина. Ура! Он у меня. Блин, он такой вкусный. Он такой вкусный, я не могу. Я ж прыгать хочу. Честно, он такой вкусный. Я попрыгаю. Я еще один хочу. Ну вот это? Вот это, да? Ой. Вот это, да? И да. Пожалуйста, не светлую. Это темная. Я просто раскусила очень сильно. Я не знаю, какой это вкус даже. Какой это вкус? Блевотина. А что, нормально? Не вкус. Че, кстати, я после этих всех конфет, я за уже это не чувствую. Так, я кокосы хочу. Ну что я хочу? Я хочу кокосы. Шоколадный пудинг. Нет, подожди, подожди. Пудинг. Нет, больше попкорн. Нет, больше пудинг. Я попкорн. Вкусновато, но маловато. Фу. Мне везло, а там не везло. Фу. Блевотина. Для меня это блевотина. Это попалось яйцо. Давай пудинг. Ну сядь нормально. Давай пудинг. Ну что? Потому что... Едим пудинг. Надеюсь, пудинг будет коричневенький. По запаху. Я посмотрю на Леру сейчас. Может, мне тоже не стоит. Я рвать хочу. Может, рвату сейчас съедим? Мне рвать хочется. Я после этого пудинга, в кавычках, рвать хочу. Ну давай кокосик. Раз, два, три. Кокосик? Понимали, какие эти вкусные! Фу, господи, мне плохо стало. Ну давай зеленый, окей. Нет, подожди. Фу, это или лайм, или чё? Лайм или... Вот зелененький, я сама лайм или скошенный. Да. Или скошенный трава? Да. У меня была скошенная трава. Лайм! Лайм! Лайм!
Он такой сладенький и кисленький. Лайм? У меня лайм полукислый, полусладкий. Такой вкусный. Лайм есть? Мне есть очень нормальные вкусы. Мне лайм попался. Наконец-то! Вкус, скажи вкусный. Mm-hmm. Полукислый, полусладкий. Еще один лайм хочу. Лайм. А у меня лайм? Уже третий лайм. Я снова лайм. Лайм. Четвертый уже лайм. А у меня второй. У меня четвертый лайм. Мы хорошо повеселились, нам было очень весело и очень вкусно. Очень-очень вкусно. Ребята, советую вам тоже поиграть в эту игру. Вам будет очень вкусно и весело. Подписывайтесь на мой канал Снежана Снежок и поставьте лайк. Пока-пока!